Светлое Христово воскресенье все ближе и ближе. Уже началась шестая, предпоследняя седмица Великого Поста. Православные христиане готовятся к встрече самого великого праздника в году. В субботу шестой недели церковь отмечает День памяти воскрешения Лазаря. Была семья Лазарь, Мария и Марфа. Это были чада Господа нашего Иисуса Христа, которые шли за Ним. И вот в один прекрасный момент Господь получил весть о том, что Лазарь умер. И Он посещает дом Марфы и Марии, который окутан скорбью, болью, печалью. Но Господь просит их о том, что веруйте, всякому верующему будет дано, и по вере вашей будет вам. Иисус Христос пошел к пещере, где 4 дня назад похоронили Лазаря, и после слов «Лазарь, изыди» передает его живого сестрам. В этот момент произошла великая радость, и многие поверили и пошли за Спасителем. Люди приходили для того, чтобы посмотреть не только на Иисуса Христа, но и на того, с кем произошло чудо воскрешения – Лазаря. И уже на следующий день множество народа, они идут для того, чтобы славить великого пророка, славить человека, который воскресил из мертвых святого праведного Лазаря. И мы знаем с вами, что Господь входит в Иерусалим, праздник, воскресный день, вход Господень в Иерусалим. Когда Господь входит, многие, Он не просто входит, а на молодом осле Он въезжает в Иерусалим, и многие постилают свои одежды, срывают пальмовые ветви и встречают Его словами «Осанна, благословен, гряды во имя Господне». И многие кричат сегодня «Осанна», но пройдет буквально несколько дней, и эти же люди будут стоять и кричать «Распни, распни Его». Во всех православных храмах в субботу, в канун праздника входа Господа в Иерусалим, на утреннем богослужении совершают освящение вербы. Каждый верующий берет веточку растения и несет ее домой, и эта святыня хранится на протяжении всего года. В воскресенье эту же вербу тоже раздают прихожанам. Есть традиция у людей, когда с среды на четверг многие люди, после того, как омывшись у себя дома, запаривают эту святую вербу и потом смываются ней, но надо постараться смыться над какой-то емкостью, чтобы потом вот эту жидкость вылить под дерево или в такое место выкопать ямку и в такое место, чтобы там, где никто не ходит. А сама святая верба, часть, которая запаривается, она также закапывается в землю, а другая часть, она остается, ставится в углу, где у нас находятся святые иконы, и находится там на протяжении всего года. Мы молимся, и если кто-то болеет, болеют детки, мы можем отломать кусочек этой вербы. И также некоторые запаривают ее и дают пить с молитвой, а некоторые купают маленьких деток. Но все делается это по вере человека, ибо без веры человека очень и очень тяжело. В праздник входа Господа в Иерусалим верующим разрешается немного упростить пост и побаловать себя рыбными блюдами. По церковному уставу в субботний день попускается пост, ибо каждому человеку разрешается вкушать рыбную икру, а в воскресный день, в день праздника входа в Господень в Иерусалим, каждому человеку благословляется вкушение рыбы для подкрепления сил перед Страстной Седмицей, пред особо строгой седмицей, перед той седмицей, которая приведет нас к великой радости, празднику Пасхи Христовой. А в минувшие выходные, 16 апреля, православные христиане отметили сразу два праздника. Похвала Пресвятой Богородице и икона Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет». В этот день воспитанники воскресной школы своими руками делали подарок Пречистой Деве. Эта икона, она чем прославилась? Это на одной единственной иконе, где Пресвятая Богородица, у нее в руках цветок. Сегодня большой праздник, мы из салфеток сделаем нашей Пресвятой Богородице большой красивый букет из цветов. Цветы мы будем делать из разноцветных салфеток. Вот так к Пасхе Христовой готовятся не только взрослые. Маленькие акерманцы тоже с нетерпением ждут это радостное событие.
Елена Малайван, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.